Коннор или Хабиб? Коннор. Apple или Xiaomi? Apple. Красота или ум? Ум. Кола или Пепси? Кола. Бэтмен или Джокер? Джокер. Метро или такси? Метро. Оптимист или пессимист? Оптимист. Спать или есть? Есть. Кошка или собака? Кошка. Сын или дочь? Сын. Мерседес или BMW? BMW. Лада или Шевроле? Лада. Крафферс или Нестле? Нестле. Месси или Роналдо? Месси. Танцевать или петь? Танцевать. Карьера или семья? Семья. Макро или корзинка? Корзинка. Паралич или смерть? Смерть. Окрошка или кукси? Кукси. Трамп или Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 26. Ты замужем? Да. Какой ты национальности? Узбечка, татарка, арабка. Кем работаешь? Я спортсменка, актриса, артистка цирка. Какое образование? Высший физкультурный институт. Чем ты лучше всех остальных? Я талантливая и всегда стремлюсь к цели. Что ты делаешь не так, как все? Одеваюсь, думаю. Какое у тебя было прозвище в школе? Шке. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Около 500 долларов. Сколько зарабатываешь? От 1000. Самый дорогой подарок от мужчины? Это его любовь. Где обычно одеваешься? В Китае, в интернет-магазине. Он дешевый и прикольный. Ты обеспечиваешь родителей? Помогаю. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? iPhone 7 Plus. Он прикольный. Веришь в гороскопы? Нет, это чушь собачья. А в Бога? Во Всевышние силы. Веришь в инопланетян? Да. Женская дружба существует? Нет. Какие травмы есть? Очень много травм. Это колени, плечи, спина, голеностопы. Очень много. Попадала в аварию? Да, и отделалась синяками. Дралась? Да, последний раз на концерте Шахрухона с хореографом. Ты росла в полноценной семье? Нет, мой отец умер в 4 года. Употребляла наркотики? Если анестезию можно считать наркотиками, то да. Ты красивая? Да. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Мое любимое число 7, избыт 7. С милым Раей в шалаше? Конечно. Сколько у тебя было парней? 1, это мой муж. Из-за чего хочешь уехать? Там прикольно и больше возможностей. Самое лучшее, что есть в Ташкенте? Самая вкусная еда в Ташкенте. Самое худшее, что есть в Ташкенте? Таныш-былыш, не люблю. Самый худший твой поступок? Я как-то в Германии украла шоколад. Это стыдно. Самое ужасное событие в твоей жизни? Потеря близких людей. Давала взятку? Нет. Сколько у тебя татуировок? 1. Litas Family. Это семейная татуировка и название нашего коллектива. Ты счастлива? Очень. Инстаграм приносит тебе счастье? Да. Самый обидный комментарий? Шарманда, позор. Размер имеет значение? Нет. Ты принцесса? Нет, я не люблю это слово.